Внимание всех зрителей и подписчиков YouTube канала Якунер 2001. С 5 июня 2020 года раз в три раза в год будет проводиться плановая проверка актива. Друзья, это пародия на проверку системы оповещения. Но здесь будет проверяться не система оповещения, а система актива на моем канале. Она будет проходить три раза в год. В апреле, в июне и в августе. Также будет еще дополнительная проверка актива в январе. В январе будет. Если вы увидите видео под названием «Проверка актива», то для этого заходите на это видео. Затем ставите лайк, пишите комментарий. Если вы новый зритель, то подписывайтесь на мой канал. Есть одна проблема в том, что от меня отписался один подписчик. Это сообщает компания Vid IQ. Вот здесь. Есть один подписчик, четверг, 4 июня 2020 год. И по поводу часов просмотра. Пока что 2,7 тысяч часов просмотра. Как минимум, надо набрать 4 тысячи. К счастью, пока что почти все видео про... имеют... И что касается по поводу вкладки под названием... сообщество. Так вот, эта вкладка пока что будет появляться для обычных подписчиков, имеющих 30, примерно 30-35 тысяч, а для подписчиков с видео про компьютерные игры это будет составлять 1000 подписчиков. Поэтому, друзья, ждите пока что каких-нибудь видео про компьютерные игры, в частности, будет. В частности, у меня застрял проект под названием Country Wars Battle, так что... Ждите новую серию, она выйдет, как ни странно, 9 числа, смотря получится ее выпустить. В общем, вот такое вот было сообщение о проверке актива. Спасибо всем за просмотр и всем пока.